Всем привет! Привет! У нас новость. Мы сняли новую квартиру. Теперь мы будем снимать двухкомнатную квартиру дешевле. Если раньше мы снимали однушку 40 квадратных метров за 15 плюс коммуналка, то теперь мы будем снимать двушку, я не помню, по-моему, 56 квадратных метров плюс это вот прихожая. Вот смотрите, свет. Заключили договор аренды. Вот такой вот зал большой. Вот такая вот спальня у Макса теперь будет своя собственная. Не будет ребенок спать на кухне. Вот. И мы будем платить намного меньше, потому что здесь газовая, есть газ. И здесь у нас будет газовая печка. Вот такая вот квартирка. Стоит всего 14 тысяч плюс коммуналка. Коммуналка тут будет намного ниже, потому что здесь есть горячая вода. Как я уже говорила ранее, у нас в прошлой квартире проблема с горячей водой. Она лилась еле теплая. И у нас расход горячей воды был намного больше. Мы искали однокомнатную квартиру для того, чтобы платить меньше. Потому что, ну, это дорого платить 15 плюс коммуналку. У меня выходила 20-ка. Теперь у нас будет двухкомнатная, мы будем платить, ну, где-то на 1000, на 2000 меньше. И переехали, будем обживаться в новом месте. У нас неделя на переезд. Микушка обнюхивает все. Зашли Максу показать. Ванна обычная, совмещенная. Ну и у Максика теперь будет своя комната. Не будет тусоваться. Ага. Не будет тусоваться на кухне. Отлично, все. Вот и балкончик там есть. Такая вот квартирка. Вот мы велосипеды сейчас с Максом привезли. Я сейчас на балкон их поставлю. Будем грузчиков нанимать, перевозить вещи. Так, здесь Макса комната будет. Ну, в принципе, я это все снимала, когда мы только сняли. Здесь у нас сейчас прям полная перестановка. Вот. Ну, и здесь вот вещи кубарем накидали. Вот такой вот большой зал. Ну, вот там шкаф стоит. Там поставлю свое рабочее место. В общем, будем обживаться. Будем, ребята, обживаться на новом месте. Сейчас предстоит большой переезд. В общем, сейчас у нас прям полная движуха. Перед Новым годом как раз решили переехать. Ну что, всем привет. Сегодня спала первую ночь на новом месте. Ребята, у меня так сейчас классно в квартире. Посмотрите на этот хаос. Там стирка у меня. Как тебе спалось, Максим? Нормально. На новом месте. Все заставлено. Нужно будет сейчас все раскладывать. В 12 часов к нам придут подключать интернет. Так что есть чем заняться. Это к тому, что вы мне писали, снимала видео из Сочи, были там всего 3 дня, и я столько видео наснимала. Зато я теперь спокойно могу вещи перекладывать, раскладывать, и я не переживаю, что вам ничего не снимаю. Вот. Ну, только монтировать, правда, нужно. Вот, спалось отлично, тепло здесь, как вы видите, я одета в легкую одежду. Но в той квартире было теплее. Вот. Что еще хотела сказать? Мы нанимали грузчиков, они нам помогали переезжать. Вот. Кстати, будут спрашивать, сколько стоят грузчики. Мы смотрели по объявлению, было 200 написано рублей в час, а стоили они 300 рублей в час. И машина 1000 рублей вышла за 2 часа, получается. Вот. Кстати, сейчас балкон покажу. Балкон тоже заставлен. Поставила 2 велосипеда, и все, место. На балконе больше нет. Но мы для великов придумали другое место. Сейчас 2 часа ночи.
Я весь день убирала, полы вымывала, все вычищала, с хлоркой все мыла. Руки высохли. Я толстый слой крема нанесла на руки. Максимка спит, Микушка спит. Я потом покажу вам, как сделала здесь все. Ох, ну слава богу, все чистенько и хорошо. На балконе, правда, поставила два велосипеда, и там места просто вообще нет. Мне лицо красное, я напарилась, потому что здесь наконец-то есть горячая вода. Это вообще такой кайф. Я очень люблю мыться горячей водой. Для меня это просто... Я кайфую. Руки, правда, хлоркой до сих пор воняют. Микушка спит в коридоре. Не хочу ее в этой квартире, в комнаты пускать. Потому что шерсть это лезет. Убирать просто невозможно. Ну, не знаю, насколько мне хватит. Спит моя красавица. Там телек стоит. Нужно будет подключать телевизор. Такая вот комнатка получилась. У меня вот такая вот коллекция теперь рапанов, ракушечек. И я буду собирать, если будем ездить на море. Будет у меня по возрастанию стоять. А это Максим еще в Калуге ездил. В Этномир. Я не помню, как у нас, по-моему, Этномир привез оттуда. Офигенно, у меня фотоаппарат. А тут прихожая. Это будет, кстати. А здесь велосипеды буду ставить. Вот. Ванна. Ой, полотенца висят. Ой. Вот. Привет. Поубирала все чистенько. Постилочку застелила. Здорово. Так, и кухня. Все чистенько, аккуратненько. Ладно, вы знаете, что я сейчас буду делать? В 2 часа ночи. Правильно, я буду кушать. Когда мне было кушать, покушай и спать лягу. Все как нельзя делать. Вот. Она дверью повесила Светкин подарок. И в ручке ангелу дала звездочку, чтобы звенели колокольчики. Села. Сегодня уже утро. Сегодня погуляла с Микой. Нашла место, где мы будем гулять. Села. Сейчас работаю. Столько работы накопилось. Нужно разгребать. Люди меня потеряли. Я выпала вообще из жизни. Сижу, работаю, смотрю, вот у меня отражение в зеркале. Теперь буду видеть себя постоянно. Сижу, смеюсь, думаю, буду обрабатывать фотографии. Если будет много работы, я бывает прям сижу по 12 часов, а сижу, фотографии обрабатываю. Буду сидеть вот так фотки делать 12 часов, а потом только на себя посмотрю. Это знаю, 100% будет. У меня будут мешки под глазами. Я буду пытаться их убрать на планшете. Иду на старую квартиру, взяла с собой чемодан на колесах, заберу последние вещи, там порядок наведу, чтобы сдать квартиру. Остановилась около, посмотрите, какая береза, вся золотая стоит, на солнце светится. У нас где-то неделю не было солнышка, и сейчас только вот второй день, когда солнышко светит. И там такое все красивое, все светится, сияет. По поводу того, в каком доме мы жили, сейчас покажу. Теперь уже можно рассекречивать адрес, хотя многие уже догадались. Мы жили в этом доме, вот по этой аллейке мы гуляли постоянно. Вот в том доме жили на 7-м этаже. Даже сейчас покажу балкончик. Вот этот балкончик.
вместе мы жили. И по этим аллейкам гуляли. Сразу из дома выходишь, сразу рыночек. А за рынком Потановый бульвар гуляли. Иду, так немножечко грустно. Здесь было очень здорово, что это аллейка. Но вместе тоже красиво. Его я снимать не буду. Буду шифроваться. Ну что, многие рассекретили место, где я живу. Прям адрес точно называли. Наверное, ночью был заморозок, потому что очень многие листья поопадали. Прям очень много листьев валяется. А прям за нашим домом вон рыночек, там карри-магазин прям рядышком. А под нашими окнами были... Привет, песик! Белореченские торты. Сегодня прям очень холодно. А вот наш подъезд. Бывший. Вот такой вот вид я видела, когда выходила из дома. Готовый ящичек. Вот. Я полностью показала всю дорогу до прошлый дом. Вот. Здесь прям намного теплее ощущается, прям тепло. В этой квартире, которую мы сейчас снимаем, не так тепло. Зашла, а тут моя розочка прям повяла. Я вроде ее поливала, но сейчас солнышко светит, а еще батарея. Она у меня последнее время стояла на Махнемкином столе. Полила ее только что. Надо будет ее забрать. Получается, за два раза схожу. И софтбоксы остались. Нужно будет их, наверное, сложить. О, Микки Мэджик. Нужно будет, наверное, их сложить, потому что объемные их сложно перевозить. Ну и сейчас подмету. Пропылесошу, тоже пылесос оставила. Надо будет пылесос потом забирать. Да, будем жить на новом месте. Пойду сейчас на рынок. Кстати, пойдем вместе на рынок прогуляемся. Вот. Осиротевшая квартира новых хозяев ждет. Да, сколько квартир я попеременяла, ужас. Я надеюсь, что это был мой последний, предпоследний переезд. В следующий раз я перееду в свою квартиру. И уже не буду никуда больше ездить, никуда больше путешествовать. Я уже хочу жить на одном месте. И путешествовать просто. Руки горят. Надо будет перчатки себе купить. Блин, на радостях шапку забыла. Ну, думаю, не замерзну, у меня капюшончик есть. Оп. По этой дороге я ходила на рынок. Сейчас вам покажу. Вот типа прямиком через детскую площадку. Тынц-тынц-тынц. Вот туда за дом заходила и сразу рыночек начинался. Вот. Сразу поворот. И вон там рынок. А я вам, получается, показываю обзор новой квартиры и обзор двора старой. И вот два шага, я уже пришла на рынок. А рыночек проходишь, и там Платановый бульварчик сразу. А вот здесь вот мы покупали пирожочки. Здесь всегда очередь стоит. И мы когда только сюда приехали, я смотрю, здесь очередь. Думаю, значит, вкусные пирожки надо брать. Ну, там реально и пирожки, и чебуреки, чебурек с курицей. Если вы живете здесь рядышком, попробуйте здесь чебуречки с курочкой. Вкусные! А вот, видите, рыночек я прошла. И вот Платановый бульвар. Вот так вот мы жили. Ну, теперь мы живем не хуже. Тоже классное место. Но я показываю, как было до этого. Смотрите, сколько листьев валяется. Осень золотая. Сегодня 22 ноября. А вон там фикс-прайс, Сбербанк. Сейчас иду в фикс-прайс. Зашла в фикс-прайс за одним. Тут новогодние игрушки всякие продают. Вот такие ангелочки классные. Возьму себе ангелочка на елочку. А то потом разберут. 50 рублей. Решила взять еще снег. Разрисую окна. А
А тут нашла самая нужная в Краснодаре вещь. Ледянка. Зашла в фикс прайс, купила всякого. Купила коврик нам, на, ну, возле входной двери поставить, потому что там коврика нет. Купила бреф на унитаз, всегда такой беру. А, вот. Купила чехол такой в шкаф. Ну, не обязательно для белья. Ну, тут написано для постельных принадлежностей. Я взяла, ну, вещи складывать. Там отделения глубокие. Потом что еще взяла? Освежитель воздуха. Кстати, пшикнула там. Там прям на весь фикс прайс распахся. Хороший, понравился. Запах морской бриз. Взяла нам с Максом зубные щеточки. Две штучки, потому что две старые такие уже. Ну, как раз заодно менять их часто нужно. Кофе такой взяла. Я знаю, сейчас будете говорить. Это же вредное кофе, нельзя его пить. Но, простите, когда сильно надо. Зубную пасту взяла в фикс прайс. О, конфетки взяла в фикс прайс. Что еще взяла? Взяла себе вот такие вот рукавички. Я Максу в том году так, типа таких покупала за 400 рублей в Окее. Вон, себе за 77 взяла. Классная. Так, не выдержала. Вот, снег взяла. Вот, взяла Максу часы. Потому что раньше он спал на кухне, у него часики стояли, ну, на микроволновке он смотрел. Сейчас он не видит, сколько время. Такие часики прикольные решила ему взять. Так, купила себе баунти, потому что я сейчас, мне некогда готовить. Вот, что еще взяла. Иногда ночью, когда клацаю компьютер, светильничек такой, когда ночью клацаю компьютер, при выключенном свете не вижу клавиатуру. Ну, бывает, выключаю свет, и хочется при выключенном. И сижу, то присматриваюсь. Мне, кстати, надо будет к окулисту сходить. Мне кажется, мне уже в очках пора ходить. Зрение очень плохое. И вот хотела себе какой-нибудь такой светильничек, ночничок, чтобы был такой рассеивающий свет, чтобы я видела циферки на клавиатуре. Если мне понравится, я еще возьму таких несколько штучек. Я даже, кстати, не посмотрела, сколько он стоит. Есть ли там батарейки? По-моему, есть. Купила. Блин, мне прям так нравится. Ангелочек на елочку. Это, наверное, фея. Мне что больше всего понравилось, то, что она на облаках. На облачках. Красиво так. Взяла себе арахис, потому что, сейчас говорю, сейчас есть готовить некогда, а кушать хочется. Так, и вот, взяла зажигалку для печки. Потому что спичками зажигать вообще нифига не радостное удовольствие. Вот, так что взяла. Блин, весь прикол, что у меня была большая, я ее только что выкинула, а тут зарядка. Можно было заряжать большую. Ну ладно, будет такая маленькая. Помните, я рассказывала, что у меня был долгий ремонт на прошлой квартире? Я переехала, и здесь тоже ремонт, и соседи делают ремонт сверху. Вы слышите? Я умею, я мастер по переезду. Я переезжаю со своим шумом. Соседи переехали со мной. Сейчас собираюсь в гости. Наконец-то все разложила уже. Все пораскладывала. Ну и остались некоторые нюансы. Здесь так у нас классно. Здесь так уютненько стало. У Макса собственная комната. Вот так вот выглядит Максимкина комната. Вот на этом диванчике можно будет просто сидеть, потом подключим ему этот телевизор, повесим его вот сюда. А вот здесь вот спит. Вот такая вот комнатка получилась у Максимки. Все уже пораскладывали. Вот так вот выглядит кухня. Просторненько, удобно. Места достаточно много. Меня подружка позвала на день рождения. Я думала, что не успею попасть с ней на день рождения из-за вот этого всего переезда. Потому что я даже работу забросила, все забросила. Сейчас собираюсь на день рождения, одела вот такое красивое платьишко. У меня теперь есть зеркальце, в которое я могу показывать свое красивое платьишко. А, да, позади меня вот такой букетик я купила. Посмотрите, какой красивый. А, вообще. А, сколько роз. О, какая красота. Ой, ребят, цветы настолько красивые, что я просто не могу перестать их снимать. Этот букетик мне доставили курьером через интернет-магазин Flower Studio.
В моем случае из-за плотного графика они меня просто выручают. Всегда свежие цветы, всегда вовремя. О, как они пахнут божественно. Мне как бонус вот такие вот конфетки. А, для меня. Ими я не поделюсь именинницей. И не так не будет. Тут бонусом еще и конфетки достались. Ну, конфетки я скушаю сама. Такие аппетитные. А ссылочку на этот сайт я вам оставлю под в описании под видео. У них всегда свежие цветы, большой выбор и достаточно невысокие цены. Я не могу, знаете, не позировать, как вот эти дамочки позируют. А, такие красивые цветочки. Эти магазины занимаются доставкой в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Уфе и Нижнем Новгороде. Так что, ребят, рекомендую магазин. Всегда свежие цветочки. Не могу налюбоваться этой красотой. Букет очень красивый, просто шикарный. Надо сделать фоточку в Инстаграм. Точно. Ну, а это немножечко о том, как я делаю фотографии для Инстаграм. Я снимаю видео, а потом выбираю стоп-кадр, и у меня получается фотография. Зато я никого не прошу. Сфоткай меня, сфоткай. Буду собираться на день рождения. Ну, а вам, ребят, на этом всем всего доброго, всего хорошего. Пока! Вы что, здесь? Ну, я заказывала только цветы. Я подруге подарю цветы. На конфетах они, кстати, очень вкусные. Я много съела. На конфетах просто было написано «для тебя». Я решила, что это для меня. Не нужно осуждать. Все. Всем пока.